Вот, я нарисовал сердечко, но некоторые части у меня торчат наружу. То есть вот это, если я попробую сказать, что перенести их, допустим, так, где еще один? Вот этот. Мне надо оба просто-напросто перенести сейчас назад. Я сейчас посмотрю. Скажу, давай-ка мы их объединим, сгруппируем. Секунду. Вот здесь. Так. В объекте сгруппировать. Я их сгруппировал. Так. Где они у меня? Они у меня теперь здесь. Я вот возьму сейчас этот группу и потяну вниз. Сначала сюда. Потом под самое сердечко мне это надо погрузить. Вот оно здесь, сердце. Вот сюда мы его сейчас подгрузим. Все. Это то, что нам и нужно было. Так, а с этим попробуем поступить то же самое. Сгруппируем. Посмотрим, где она появилась. Где этот значок? И группу тоже вниз. Потому что здесь монтаж как бы не поможет. Слишком все это запутано сейчас. Сердце, 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 появляйся. Вот оно. И давайте вот сюда я тоже бросил. Все. Ага. Вот эти две. Они так и не ушли, да? Ну ничего. Сейчас мы их то же самое сгруппировать. Найти негодяев. Вот они. Которые не захотели группироваться. И вниз. Сколько же здесь слоев, боже мой, милостливый. Так, сюда я. Готово. Эти вот две точки, они нам не нужны. Еще одну точку. Бывает такое. Так, где-то еще у меня тут я видел точечку, вот какая-то точечка. Ну, я сейчас удалим здесь. Она нам совсем не к месту. Что это вот за точка? За пупочка. Вот это что? О, пока так оставим. Но они же у нас двойные, поэтому ясное дело, что здесь тоже будет нечто подобное, надо ожидать. Далее. Ну, теперь надо поработать с сердечком. Давайте воспользуемся тем, что у нас уже было с вами однажды. То есть я вот сейчас выделю это сердечко и пойду. Так. Возьму вот этот объект. Создать сетчатый градиент. Говорит 4 на 4. Ну, давайте пока 4 на 4 сделаем. Хорошо. И сразу же сделаем блик. Опа, перекрасили. Ну, потому что она активная. Сейчас мы ее активность тут подуберем немножко. И вот этот с помощью быстрого выделения здесь выделим и скажем, нам это надо светло. Вот так. Так, а здесь. Нет, вот тут. Нам нужна темная.
здесь тоже потемнее что-то. Так, я подозреваю, что мне придется и здесь сделать что-то темненькое, чтобы отделить эти ножки. Так, и держась за эти ползунки, мы тут как угодно можем это дело, конечно, делать. Не переусердствовать так-то особо. Вот мы делаем тут дело. Ну, вот так. Допустим, вот так. Да? Пускай пока так будет. Здесь мы тоже можем сделать немножко потемнее. Вот так. И этот сдвинуть так серьезно. И этот сдвинуть немножечко вниз. Так. Продлим здесь. Вот так. Ну, к примеру. Это тоже отсюда уберем, иначе будет слишком. Ух ты. Вот так пока что. Так пускай будет. Хорошо, пусть будет вот такое пока сердечко. Единственное, что вот эти, наверное, чуть светлее сделаем. Да. Вот так, и тут тоже светлее. Это удобный механизм, но я, как сказать, я еще не себя не совсем уверенно чувствую в нем. Поэтому вот оставим вот так. Угу. Здесь, по идее, тоже надо темненько делать. Ну-ка. Если я сейчас сделаю потемнее. Да, вот так. Да, вот так. Потом надо будет с ним подразобраться и уже работать более бедно. Хорошо. А, допустим, оставим так. Единственное, что здесь на лапочках было неплохо еще и что-то такое сделать. Вообще черное мне не нравится, честно. Как нам это избавиться? Так, ну-ка. Теперь, наверное, будет очень сложно это все. Это можем выбросить. Но не можем. Я думаю о том, как сделать бы все выделения, но только. Так. Ну, это теперь найти довольно-таки сложно, конечно. Ладно, пускай черное остается. Я думаю, что сердце надо сделать тогда тоже обводкой, иначе оно выглядит немножко диковато в этом плане. Так, попробую его выделить по-другому. Вот она. Ну, это сетка. А где само сердце? Сердце само здесь. И если попробовать ее сделать сейчас обводку, то она не хочет делаться. Нет. Интересное кино.
Интересно. Ну ладно, посмотрим. Если мы, допустим, ее сейчас, вот эту всю картинку выделим. Так, и скажем, что нам надо разобрать оформление. Все равно это не помогает. Ну что ж, пусть пока так остается, там будет видно. Так, после разборки оформления тут какая-то кусочек появился, мы ее сейчас уберем. В принципе, конечно, я могу сделать обводку и сам. Давайте-ка я сделаю все-таки, раз я так не могу сообразить, в чем тут дело. Ну-ка. То придется работать руками. Не можешь головой, работай руками. Ладно, тогда пока я сделаю тогда обводку и вручную. По какой-то причине, по которой я еще не знаю, она не хочет этого делать. Мне это трудно сейчас. Но когда-нибудь я это узнаю. И вам расскажу, ребят, почему она не захотела сделать обводку. Для меня это тоже загадка. Так, и обводку сейчас сделаем побольше. В свойствах, скажем, 2 пикселя, а то и 3. Смотрим, все ли у нас ровненько. Ну, не все, конечно. Вот тут мы сейчас поправим обводку-то. Вот это место. То есть, если попробовать кисть еще применить, вот эту кисть, да побольше. Перебор сделаем поменьше. Вот так. Вот так будет в целом все правильно. Так, вот здесь у нас еще тоже. Давайте я попробую сейчас обвести это карандашом. Вот карандаш мне в этом плане больше нравится. Почему? Потому что у него есть штука для сглаживания. А вот кистей такого что-то нет. Я не наблюдаю. Так. Ну, это уж перебор. Так, уберем лишние окна и подготовимся. Так, давайте еще раз теперь возьмем карандаш. И вот карандашом аккуратненько здесь. Потому что я еще раз говорю, что чем он мне нравится, что у него есть инструмент сглаживания. И можно все потом поправить. Это тоже приходит с опытом. То есть уже потом не будешь думать, какой инструмент брать. И берешь только тот, который тебе нужен. Вот так. Так. И теперь инструмент сглаживания. И вот здесь поправим. Что здесь нам нужно? Вот
Так, опа. Ну, во-первых, сейчас мы с вами сделаем черную обводку. Ну, сразу делать. Я что-то поленился. Не догадался. Так, два пикселя. Тут вот с этой стороны немножко поправим. Опа. Попробуем кисть это использовать. Да, она использовалась, но как бы не так, как я хотел. Сейчас еще раз поправим. Оставим так. Ну а здесь поправим уже вот у сердечка. Вот это место надо поправить. Я на сердце слои. Сейчас найдем. Вот она. Вот контур. Так, ну-ка. Запрячем его сюда немножко. Так. Ну и здесь слегка. Хорошо. Тут чуточку. Вылезла. Так. Здесь. Чуток. Поправим. Ну и в принципе все, ребят. В принципе все. Так. Давайте сделаем на лапках еще вот такие кружочки. Сделаем вот большой сначала кружочек. Заполним его черным тоже. Раз у нас уже все черное, так я не там уже сделал. Секунду. Пойдем-ка мы наверх. Где шнауц у нас есть, заодно это сделаем. Так, вот. Так. Есть. Теперь придадим ему другую форму немножко. Так. Еще немножко. Еще немножко. И... Нет, это нам не надо. Да ёлки. Я же вот это хочу. Это какая-то никуда что-то получилось. Пяточка. Я пяточку рисую. Ну вот так. Заполним ее черным. Отлично. Немножечко повернем. Так. Хорошо. Ну и нарисуем теперь уже эти самые. Сами лапки, нахапки. Здесь побольше. Да побольше. Похоже, нет? Ну, немножко похоже. Ладно. Теперь скопируем это все. Сделаем, может быть, даже чуть побольше. Ага. Сгруппируем объект, группировать и потащим сюда и тоже его развернем. Трансформировать зеркальное отражение. Окей.
Ну, вот так. Пускай будет. Хорошо. И теперь надо сделать под ним тень. То есть я переставил все-таки на радиальный, и оно более-менее получилось. Ну, если можно считать, что это получилось. Возьмем еще раз инструмент этот и попробуем с этим инструментом сделать что-то. Ну да, вот теперь да. Это вот отлично. Все, теперь получилось. Оп. Теперь получился. Заполучился. Окей. Да. Далее возьмем теперь. Тут еще поправим. Ну и нужно сделать какой-нибудь такой фон. Сейчас я увеличу этот слой. Так, это что за слой? Этот нам не нужен вообще. Это тень наша, да? Это непонятный слой. Он нам не нужен. Удаляем. Сразу чистим. Так, и делаем слой номер 8. Это бэкграунд здесь у нас будет. Но сначала мы сейчас с вами пойдем в свойства. Выделим эту и изменить масштабную область. Давайте поменяем масштабную область. Посмотрим. Потом мы ее всегда сможем вернуть. Но пока сделаем вот так. Чтобы нам удобнее было работать. Хорошо. Берем теперь, выбираем всего медведика. Вот так. И видим, что тут еще у нас остались всякие недоделанные. Разобрать оформление, мы говорим. Так. Он разобрался, мне кажется. Опускаем его. Нет, не разобрался. Объект. Разобрать. Заливку и обводку. Что-то еще у него остается. Вот эти места. Странно. Еще раз разобрать. Может быть, у меня в слоях что-то закрыто. Надо посмотреть. Вроде бы как замочков нет нигде. Ладно. Это, наверное, скрытые файлы, которые там сзади. Хорошо. Теперь я хочу сделать такой какой-то фон. Вот здесь такой. Из кружочков. Ну, чтобы как бы он не сидел на месте. Так, это что у нас? Прозрачность. Уменьшим. Вот так вот. Прям. Что-то сильно он прям. Ведмежонок такой. Вот так он. Милый, в общем-то, но можно еще убрать. Непрозрачность. Вот так. Вот. Да, так будет лучше. Еще можно растянуть ее. Сюда. Сюда. Тогда будет совсем хорошо. То есть встанем на этот слой номер 8. Возьмем сейчас круголя. Сделаем эту круголю. Такую вот, допустим, да. И сделаем какой-нибудь. Ну, давайте розовый, наверное, сделаем. Все любят розовый. Окей. Так, и начнем тут заполнять. Сейчас. Собственно.
сделаем следующее сначала. Мы вот выделим это все. Скажем, это дело загруппировать. Выделим. Все. И ее закроем. Так. А вот теперь уже можно будет этим и заниматься. Так, остался этот кружочек? Нет? Да, остался. Закидываем ему розовый цвет. Вот такой. Сюда. Делаем. Так, не пойдет, да? Придется потом это делать. Я же могу сделать следующее. Вот у меня этот есть, да? Сейчас я его открою, ребят, подождите, что-то я дурю. Непрозрачность и сделать умножение. Все. Вот ты, елки-палки, что-то я заволновался. Я не пойму, почему он все время делается непрозрачность другая. Вот так. Все, больше мне не надо. Непрозрачность. Вот так. Это даже можем... Этот кружочек даже может быть и посветлее сделать. Вот таким вот. Ну и давайте начнем сейчас с того, что будем тут лепить его, так как угодно. Так, так. Там сзади тоже залепляют. Сделаю тут немножко вот так. Такое в облако. А, не то выхватил. Такое облако в штанах. Так, есть. И теперь можем взять любой из них, сделать маленьким. И пошли здесь тоже. Ставить, заводить сюда, сюда. Нет, это нам не нужно. Я имею в виду вот эти. Так, это тоже не нужно. Я имею в виду, что вот так, так, вот здесь вот так еще и вот здесь. Следующим этапом еще меньше сделать. Такие вот кружочки. И тоже их. Так, так, так. Так. Здесь вот так. Такой мультяшный стиль. Может чуть еще поменьше. Так, и парочку здесь влепить маленьких. Сюда тоже. Смотрим. Ну да. Теперь выделяем. И говорим, что нам нужно что? Где у нас обводка, не обводка? Контуры спрятались, да? Тут бывает так, натыкаешь окна. Монтажный навигатор, обводка. Обводка есть, обработка контуров. Вот она спряталась. И теперь мы ее объединяем вот так. И имеем цельный, совершенно цельный рисуночек. Теперь тоже это вот можем чуть уменьшить, если есть желание. Так. Ну и сделать надпись.
объединить тоже. Объект разобрать. Сразу убраны. Да, вот тут за ухом, конечно, у нас получилось немножко. Вот так. Хорошо. Напишем День Святого Валентина здесь, да? Как-то вот так, кружком для этого сейчас. Сделаю контур и по контуру пущу и напишу. Я хочу, прежде чем это сделать, я хочу проверить, как насчет у нас вот этого всего. То есть мы много рисовали, поэтому у меня есть вот этот Extended Selection. Да? И я спрашиваю, есть ли открытые патчи? Он говорит, нет. А если открытые, незакрытые патчи? Он говорит, тоже нет. Ну, прекрасно. Значит, у нас очень хорошая сделана картиночка. И ее теперь осталось только сделать надпись. Вот я выбрал такой, без наворотов, текст. Ну, в принципе, можно чуть побольше сделать его. И запустить между собой, может быть, сжать так это, чтобы более компактно было. Это много, наверное. Так что не налазит. Ну, вот такая вот мультяшная открыточка получилась. С чем я вас и поздравляю. В следующий раз будем делать еще сложнее. Пока это простенький был пример, да? Но, во всяком случае, что-то есть, и от этого можно уже писать.